подписчикам, гостям. Я Джетли, и это новое видео, которое некоторые очень сильно ждут, но я вам могу сказать, что в этом видео ничего особо важного не будет, потому что я не могу снимать видео, пока я не нахожусь там, где я его снимаю обычно, да, то есть, ну, сами знаете, где я сейчас. Катаюсь по разным другим местам, которые снимать нельзя, к сожалению, потому что, ну вот, мне сказали, что нет. Я могу снять какое-нибудь видео с прогулочкой, если вам это будет интересно. Но для этого вы должны сказать об этом в комментариях, вот. И, конечно, я бы очень хотела, чтобы вы немножечко проголосовали. Сейчас я влезу сюда, где рассадка, и... Короче, чтобы вы немножко проголосовали о том, какие видосы, ну, типа, из старых тем вам больше нравятся. Следующие несколько видео, скорее всего, будет просто про макияж, как я крашусь, и все. И все. Больше ничего. Если вам это интересно, можете написать об этом в комментарии или в группу ВКонтакте. Вот, скажем так, у меня сейчас некий моральный спад, который я устраняю, и это, в принципе, мне удается, потому что, ну, почему бы мне это не удавалось бы. Вот, и плюс я налаживаю некоторые свои дела, так что как-то так. Я хочу, чтобы... вы проявили какую-нибудь активность, ну как какую-нибудь. Я хочу, чтобы вы просто проявили активность и написали, каким бы видео вы хотели видеть в следующем, если это будет не макияж. То есть чайные истории, там чайные разговоры, допустим, да, прогулку по каким-нибудь красивым местам, благо здесь их довольно много, вот, или что-то еще. Скажите, пожалуйста, и я попробую, по крайней мере, сделать одно из следующих видео именно таким. Хорошо? В общем, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока!